Вот тут нашел магазин какой-то. Soft Air Verona. Зайдем, посмотрим. Что-то тут все такое тактическое, шмактическое. Ножики, рубашки, майки. Смотрим. О! Магаз. Посмотрим по прилавкам. Поглазеем, что здесь дают. Ну, все Airsoft. Все для Airsoft. Airsoft-овский магазин. Всякие нашивочки, кому что надо. Всякие сумочки, портсумочки. Infatti mi era un cliente perché San Michele non è chiaro. A me con lo sarì perché nell'ambiente è un ambiente abbastanza di nicchia. Prima di aprire passavano. Oh, блин, они шумные какие, а? Ребята. Mechanics. Перчаточки. О, куртку можешь купить. Какой-нибудь. 40 евро. Натовский. Да, салют, чао. Прикольные куртки. Сейчас померим. Все, Airsoft. На конце. Оранжевые насадки. Баллончики. Вот такой магазин, типа нашего сплава. Что-то небольшого. Все, Airsoft. Шарики. Так, есть еще мыльные устройства, всякие ручки. В принципе, можно себе подцепить на сайгу. Здесь какие-то вот кронштейники. ETG, знакомая фирма. Всякие приклады. Магазины. Airtech за 60 евро. Что-то прям как-то не верится. Тоже для Airsoft. По большому счету. Так. Всякий ширпотреб. Футболки. Ну, рюкзачки. О, fammi due righe, dai, che così almeno che leggeri con te, cosa non ti smettono tutto, non ci sono molto famiglie. Ну, магазины, это, в принципе, под Airsoft тоже. Airsoft, приклады, все тоненькие. Работает. It's okay, yeah? It's working. No? It's working, yeah?
О, прицельчики. Прицельчики, кстати. Батарейки. Не знаю, что для себя, что может подойти. Это от Airsoft. Разве что, наверное, вот какой-нибудь патчик. Или как это, шильдик. О! Ну что, в общем, ботинки. Ну что, в общем, выходим на выход. Идем. Bye. Thank you.